31 мая в предактовом зале Музея истории Казанского университета состоялось открытие выставки «Творец археологического знания», которая посвящена юбилею Владимира Геннинга, советского ученого-археолога и основателя Свердловской школы археологов. Выставка подготовлена сотрудниками археологического музея КФУ. На ней представлено 4 наиболее ярких памятника, а именно предметы из погребений Больше-Тарханского и Кушнаренковского могильников, предметы комплекса памятников у села Рождественно и погребальный инвентарь Тураевского курганного могильника. Когда сотрудники археологического музея университета готовили эту выставку, они обратились в музей истории Пермского государственного университета, и наши коллеги любезно откликнулись и предоставили копии архивных материалов и фотографий специально для этой выставки. То есть они стали партнерами этой выставки, и мы им очень признательны. Отдельное место на выставке занимают архивные документы, фотографии из собрания музея истории Пермского государственного университета, воспоминания Владимира Геннинга и его учеников о разных периодах жизни и научного творчества археолога. Научная деятельность ученого особенна тем, что исследователь стремился использовать описание находок для воссоздания характера общественных отношений в глубокой древности. Он также полагал, что без заинтересованности в вопросах методологии и теории археологическая наука не может быть достаточно эффективной. На этой выставке мне особенно хотелось показать комплект лучника, то есть это наконечники стрел и это детали украшения колчана лучников, которые представлены в витрине, посвященной раскопкам Больше-Тарханского могильника. Я считаю, что это вообще прямо молодцы, замечательно, когда уделяют внимание человеку, да, особенно вот таким нашим ученым, которым стоило бы молодым сегодня учиться. Результаты исследования целого ряда значимых археологических памятников были представлены вниманию широкой аудитории. Важно понимать, что эти артефакты стали невероятно ценны в исследовании истории края. Все из них были получены именно в годы учебы Владимира Геннинга в аспирантуре Института языка, литературы и истории при Казанском филиале Академии наук СССР с 1955 по 1959 годы. Вероника Туманова, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.